Здравствуйте, это программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Проблемы с пожарной безопасностью продолжаются, некоторые торговые центры города могут закрыть. По-настоящему зеленый щит, как при урагане пострадал лес в Коростово. Снова о Солочинском мосту, сколько работы выполнено и много ли еще осталось. В Рязани началась новая волна закрытия торговых центров из-за нарушений правил пожарной безопасности. На этот раз в поле зрения прокуратуры «Артофитнес», «Лента в Борках», «Детский мир» на улице Свободы. Но самые большие проблемы у торгового центра «Леруа Мерлен». Его могут закрыть в середине августа, если не будут устранены недочеты. Подробнее в сюжете Дины Исляевой. Указатель «Аварийный выход» еще нужно поискать. Кнопки включения пожарной сигнализации спрятаны за стеллажами с товаром. Случись возгорание, многие покупатели в панике даже не поймут, как спастись от огня. Однако многие, как это говорится в известной пословице, пока беда не пришла, они не задумываются. В рязанском Леруа Мерлен, несмотря на все сообщения от официальных ведомств, полно покупателей. Смотрим выходы где, да. Самое главное, так, куда бежать. Ну а что делать? Ну когда была зимняя вишня, после этого прошли проверки в торговых центрах. Мне кажется, сейчас безопасность уже гарантирована. Побаиваемся, как же. Ну а куда деваться? Ходить все равно, покупать-то нужно. Дело Леруа Мерлен рассматривалось по месту нахождения главного офиса в Москве. Мытищинский городской суд постановил устранить нарушение в рязанском филиале и выплатить штраф 160 тысяч рублей. Выявлено нарушение пожарной безопасности. А именно, установлена автоматическая система пожаротушения в торговом зале и складской части торгового центра, а оборудована оросителями с номинальной температурой срабатывания 68 градусов вместо требуемых оросителей с номинальной температурой срабатывания 57 градусов. При этом указаны нарушения выявлялись прокуратурой района еще в 2015 году. С 2015 года рязанский Леруа Мерлен оштрафовали уже дважды на 153 и на 160 тысяч рублей. Однако датчики до сих пор не перенастроили. Как сообщили в прокуратуре области, руководство гипермаркета уверяет, в нем не так много легко воспламеняемых товаров. Будут ли устранены недочеты после третьего решения суда, дежурный директор объяснить не смог. От комментариев отказался. Они будут позже на странице нашей ВКонтакте. ВКонтакте. Да, то есть все опишется подробно, будет там. Угу. Вот интервью... В ближайшие дни точно никаких не будет. Официально магазин может работать до 18 августа. Далее два пути – либо закрываться, либо устранять нарушения и опротестовывать решение суда. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Природная стихия обрушилась на Рязанскую область в субботу, 21 июля. Дождь и сильный ветер, как оказалось, это только малая часть того, что произошло в регионе. О страшных последствиях и о том, как борются с ними, смотрите в нашем следующем сюжете. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно увидеть, что именно происходило в области. Усиливающийся ветер обрушился на отдыхающих, а дождь с градом распугал их всех. И хоть продолжалось все это считанные минуты, пострадала сцена, а ветром унесло тент с палаток. Но эти разрушения можно назвать слабыми по сравнению с тем, что случилось в селе Коростово Рязанской области. Сергей – водитель. Ураган застал его по дороге из Заокского. Мужчина рассказал, что из-за стихии ехал на второй передаче, хотя дорога была пустой. Одна сосна была на дороге, ее это убрали. Освободили, да, с дороги. Там вот, сосны. А так там кругом по всему лесу все навалено. Это бурелом теперь. Где макушки сломаны, где посередине, где так. Основной удар на себя принял именно лес. Там, где еще утром нельзя было увидеть солнце, сквозь кроны деревьев, сейчас чистое небо. Сосны, выдернутые с корнем, лежат повсюду. Некоторые из них перекрывают сельские дороги. Местные жители насчитали свыше 20 поваленных деревьев и 30 поломанных стволов. Здесь применима поговорка: чем дальше в лес, тем больше дров. Поломанным соснам, кажется, нет конца и края. И хоть именно они и, возможно, защитили село от больших разрушений, Коростово все равно пострадало. Буквально следом за лесом расположен памятник воинам Великой Отечественной войны. Пострадала мемориальная доска с именами участников. Обломки до сих пор лежат рядом с памятником. Будут ли его восстанавливать, неизвестно. А вот для сельских жителей ураган превратился в обычный ливень. Последствия совсем небольшие. У меня на веранде выдавило раму целую. Вот. Что еще-то? Ну, а так больше ничего нет. Вот у Нины Ивановны, вот у нее тут часть крыши сорвало. Вот ее ребят меняли. Березы гнулись, ломались. И вот, ну, видно по соснам, как они ломались. Середина сосны ломались, гнулась. Береза еще выдерживала, а вот сосна, она хрупкая. Поломалась. Как раз поломанные сосны, выдернутые с корнем из земли, стали печальной местной достопримечательностью. Заметить их можно при въезде в село. Деревья сразу бросаются в глаза. Поваленные деревья, как следы недавнего урагана, до сих пор лежат в лесу при въезде в Коростово. Убирать их, кажется, никто и не планирует. Что особенно опасно, если вспомнить, что сейчас пожароопасный период. Наша телекомпания отправила запрос, чтобы узнать, уберут ли упавшие деревья. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».
Благоустройство дворовых территорий – приоритетная задача и федеральных, и местных властей. В Рязани реализуется программа «Городская среда», в рамках которой во дворах строятся новые оборудованные детские и спортивные площадки, отводятся специальные парковочные зоны. Несмотря на то, что дело это, по мнению большинства, нужное и благородное, даже здесь бывают разногласия. Подробности далее в сюжете. Строительство детской площадки стало настоящим яблоком раздора для жителей сразу нескольких дворов на улице Интернациональной. Больше всего жителей дома номер 16 беспокоит то, что спиливают деревья, которые посадили более 40 лет назад. У многих с этими деревьями связаны теплые воспоминания. Но представители управляющей компании уверяют, спилили только аварийные. Проект постройки детской площадки находится в общем доступе. Каждый может с ним ознакомиться. И в большинстве своем жители четырех домов за то, чтобы детям было где играть и развиваться. За то, что здесь происходит, потому что здесь, когда осень, здесь из-за деревьев очень грязно, пройти вообще невозможно. Я очень рада, что делают такую вот площадку, то, что здесь тренажер присутствует, я вот увидела. То, что очень много автостоянок, что нам очень важно, автостоянки для машин. И это, мне кажется, самое первое главное очень. Ну, во-первых, детям с мамой будет где гулять, потому что все будет очень красиво, сухо, самое главное, и чисто. Хорошо будет, конечно, как вот по плану детская площадка, все. Нам уточнить дело с парковкой. Чтобы было комфортно, чтобы не мешало транспорту приходящему, ну, например, скорой помощи, там, пожарной, чтобы вот сделать с парковкой. И потом, чтобы еще за, чтобы все деревья старые ликвидированы. Потому что случай произошел недели две назад, он там упал березом, и одна женщина спаслась, прям рядом упала. Деревья все старые, по 45 лет, их надо все выпилить. Детская площадка, терраса, настольный теннис, площадка для уличных тренажеров, газоны. Вот что разместится на этих квадратных метрах земли. Кроме того, в плане прописано, что не аварийные деревья оставят. Более того, дополнительно будут посажены хвойные насаждения и живая изгородь из берючины. Жители 6-го подъезда дома номер 16 по улице Интернациональной с опаской относятся к этим обещаниям. Они признаются, выступают не против площадки, а против вырубания деревьев. Сейчас реконструкция двора. И в нарушении наших конституционных прав на благоприятную окружающую среду информации о ней, ЖЭУ хочет срезать зеленый газон и полностью заасфальтировать пространство перед нашим подъездом. Мы против. Мы хотим сохранить это пространство и оставить как есть. Потому что мы имеем право на благоприятную окружающую среду. Я против того, что деревья срубывают, даже те, которые зеленые. Дело в том, что это тоже кислород, которым дышат наши дети. Хочется, чтобы у них была возможность где-то бегать и гулять. Если здесь будет асфальт, неизвестно, что здесь будет. Что здесь будет, парковка или что. И в связи с этим продолжают вырубываться деревья. Мы не беремся судить в данной ситуации. Правы вроде бы и те, и другие. Но один вопрос волнует жителей всех домов. Это кто будет оплачивать данное строительство. Сотрудники управляющей компании нас уверили, программа федеральная, поэтому деньги выделены из федерального и регионального бюджетов. Будут ли использовать средства жителей, разъяснят на собрании, которое состоится чуть позже. Мы же будем следить за развитием событий. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Солочинский мост стал, если не самый главный, то одной из важных тем. Оно и понятно, ежедневно по этой важной артерии двигаются сотни автомобилей, а скорость потока редко достигает даже 40 км в час. Всем интересно, как идет ремонт и что происходит на мосту сейчас? Ответ в нашем следующем сюжете. На Солочинском мосту 28 опор, на каждой из которых расположены так называемые деформационные швы. Именно из-за их неудовлетворительного состояния и было принято решение начать ремонт. Такие швы есть на каждом мосту, они выполняют самую важную роль, не дают мосту рухнуть. В зависимости от температуры балки могут сужаться и расширяться. Чтобы не повредить бетон, как раз и нужны эти самые деформационные швы. На Солочинском мосту 25 маленьких швов, которые подлежат ремонту, и 3 больших. Их надо полностью переустановить. В настоящий момент один из этих швов уже забетонирован. Второй будут заливать раствором 24 июля, а третий в пятницу, 27 числа. Следом ямочный ремонт и замена асфальта там, где он необходим. Здесь также будет и бетонное покрытие, которое, по словам рабочих, уложат по новым технологиям. И эта работа только на одной половине моста. После этого ремонту подлежат две других полосы. Ремонт и замена деформационных швов, асфальтовое покрытие. Все эти работы проведут и на второй половине. Работы на Солочинском мосту начались 13 июня. Прошло только полтора месяца, и рабочие установили последние деформационные швы. И хоть представители подрядчика говорят, что работа это поэтапно, ее нужно выполнять постепенно, остается один важный вопрос. Успеют ли они до 1 ноября? В настоящий момент никто из подрядчиков прокомментировать ход работ на мосту не может. Теперь это в руках Министерства транспорта. Наша телекомпания отправил запрос, чтобы узнать, как скоро на мосту откроются все 4 полосы. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».
Неустанно об основных правилах дорожного движения и требованиях безопасности говорится как сотрудниками ГИБДД, так и СМИ. Однако даже при такой профилактике ДТП, к сожалению, продолжает происходить. 24 июля на улице Окский проезд рядом с торговым городком произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. Молодой человек на мотоцикле «Хонда», по словам очевидцев, не справился с управлением и врезался во внедорожник «Опель Антра». 25-летнего байкера экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу. Около 2 часов бригада травматологов боролась за его жизнь. У него преобладали множественные раны конечностей и туловища с признаками кровотечения. Пациент был в экстренном порядке доставлен в операционную, где выполнен необходимое оперативное вмешательство. В настоящий момент состояние его стабильное, проводится дополнительное обследование. Жизни ничего не угрожает. По словам врачей, сейчас пациент уже в сознании и находится в палате реанимации и интенсивной терапии. Также молодому человеку проводят дополнительные обследования. Пациентов, которые поступали с места ДТП в наше лечебное учреждение, в этом году чуть меньше. Вот. И на будущее хочется предостеречь всех любителей мотоциклетного транспорта не пренебрегать средствами личной защиты, потому что, как бы это ни звучало, но это спасет вам жизнь. Жажда скорости в некоторых случаях может привести в больничную палату, и это в лучшем случае. К счастью, на этот раз мотоциклиста доставили в УКБ вовремя, и врачи смогли его спасти. Мария Рудая, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 14 июня начался чемпионат мира по футболу. Впервые в истории он прошел в России. Наша сборная показала хорошие результаты. В Рязани также есть чем похвастаться. Футбольный клуб «Рязань» получил бронзовые медали в первенстве ПФЛ. Как сейчас обстоят дела в команде и как на них повлияла игра сборной, смотрите в нашем следующем сюжете. Назвать команду победителями прошлого сезона было бы неверно, но для болельщиков правильно. Все прошлые игры футбольный клуб «Рязань» держался на втором месте. Вот только последние матчи сильно изменили положение в турнирной таблице. На заключительном туре первенства России наша команда не смогла выиграть у победителя прошлых соревнований ФК «Тамбов». Та встреча закончилась в ничью 0-0. Но удачные исходы других игр вывели рязанцев на итоговое 3-е место в турнирной таблице. Команда получила бронзу. Если перед началом того чемпионата мне сказали, что мы войдем пятерку, я был бы доволен, пятерку, шестерку. Но получилось так, что ребята прыгнули выше головы. В тех условиях и они подготовились и сыграли. Назвать это чудом нельзя. Последние несколько сезонов рязанцы завоевывали медали. И сейчас настрой только на победу. По словам главного тренера Гарника Аваляна, с командой есть несколько сложностей. Например, контракт с игроками заключается всего на год, поэтому не всегда один и тот же состав сохраняется из года в год. Например, по окончанию сезона из ФК «Рязань» ушло 5 футболистов. С другой стороны, в команду постоянно продолжается набор не только из клубов города, но и области. Поэтому на каждого покинувшего клуб человека всегда найдется кто-то новый. Однако молодым членам команды приходится раскрывать свой потенциал по ходу сезона. Один из новичков этого года, Никита Кузьков, говорит, что большое влияние на него оказал прошедший чемпионат мира по футболу. Показали достойную игру, характер. Привлекли, думаю, народ на стадион. Сейчас будет больше народ заниматься футболом. Хочется, чтобы они также продолжали дальше играть. Мы на них будем равняться. О чемпионате мира высказался и капитан команды. По его словам, это позволит популяризировать вид спорта. И что самое главное, привлечет болельщиков. Еще один очень такой момент, который хотелось бы потянуть, это не безусловно зрители. Хотелось бы привлечь зрителей на трибуны. Где-то своей игрой, где-то результатом. Но очень хочется когда-нибудь в этом сезоне увидеть побольше зрителей, как-то их заманить. 18 июля прошла первая игра команды. На родном стадионе команда Рязани сыграла с ФК «Ротор» «Волгоград-2». На 31-й минуте рязанцы получили пенальти, который удалось реализовать противникам. Итоговый счет 0-1. Сейчас на тренировке налегают все больше. Команда готовится к игре в Москве с клубом «Зорки» из города Красногорск. Наш футбольный клуб играет во второй лиге ПФЛ. В случае победы в турнире команда попадет в футбольную национальную лигу. Остается пожелать ребятам удачи и надеяться, что себя они еще проявят. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Загадочный и манящий мир Востока в ТРЦ «Премьер» в очередной раз открыла свои двери выставка товаров из Индии и Пакистана. На 3-м этаже расположились прилавки с лучшими товарами из этих стран. Подробности далее в сюжете.
Настоящая восточная сказка в Рязани. Выставка товаров из Индии и Пакистана «Восточный базар» снова открыла свои двери для всех желающих. Чего здесь только нет. Сумки, платки, палантины, одежда, огромный выбор натуральной косметики, украшения с драгоценными камнями и бижутерия. Рязанцы уже знают качество товаров, привозимых из этих стран, поэтому каждый раз с нетерпением ждут очередного открытия выставки. Я же купила чай, всегда чай постоянно покупаю. Чай хороший? Да. И что? Ну, настоящий. Пряности здесь очень хорошо пахнут. И постоянно покупаем пряности, чай и какие-нибудь эти украшения. Так что мне эта ярмарка очень нравится. Выбрала палантин. Вообще интересная очень выставка, много натуральных вещей. Чай вкусный, приправы очень замечательные. Да, сумки. Ну вот духи присмотрели. Отдельного внимания заслуживает чай. Здесь его более 150 видов, произведенных в Индии, Непале и на Цейлоне. Такой чай в обычном магазине купить точно не получится. Специи также привлекают внимание покупателей. Например, желтая смесь асафетида вообще очень редкая. Кардамон, шафран, куркума – всего более 30 видов специй на любой вкус. Еще пользуется вниманием рязанцев косметика. Она полностью натуральная, начиная от красок для волос и заканчивая кремами. Зубные пасты не содержат вредный фтор, а шампуни все бессульфатные. Это, конечно, самый лучший товар, то, что мы выбираем, оттуда привозим. Это самый лучший товар, самый качественный. И в основном они сделаны на трав. И мы сюда их привозим, потому что это самый хороший товар. И то, что на трав сделано, это более хорошо для здоровья. Более полезно. Там химикатов практически нету. Невероятные по красоте покрывала, платки и палантины. Комплекты постельного белья, мебель – все это можно приобрести на Восточном базаре, который работает в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Посетить выставку товаров из Индии и Пакистана можно будет до 29 июля. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из 4 прудов. Собственный пляж, дубовая аллея, все необходимые коммуникации, чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте караси62.ру. Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52 53 54.